Свою работу геодезисты начали с самого утра. Первым делом им предстоит измерить территорию и вычислить координаты местности. Далее создать топографический план и карту. А после жители смогут увидеть долгожданные изменения. Малгобекская свалка функционировала с 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что в последние годы полигон был закрыт для размещения отходов, периодически происходили возгорания мусора, что наносило огромный ущерб экологии. Объект будет реализовываться в течение 2021-2022 годов, 2 года. В текущем году мы планируем провести подготовительную работу и начать технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации означает, что вот часть свалки у нас она разделена на 2 участка. С первого участка отходы будут перевозиться на 2-й участок. На этом участке все скомпоноваться будут все отходы. После этого будет устраиваться защитный экран. И далее инженерные сооружения, ливневые стоки вокруг участка, эти пожарные резервуары устанавливаются, резервуары для сбора фильтрата, газоотводная система, очень много мероприятий, которые необходимо проводить. Свалка площадью 19 гектаров была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде еще в 2019 году. Ее рекультивация запланирована в рамках регионального проекта «Чистая страна». При ликвидации полигона будут применять новейший метод гидроизоляции отходов. Изначально мы разрабатывали проектно-сметную документацию, согласно которой все отходы с этого участка вывозились на свалку города сельского поселения Нестеровское и дальше проведение рекультивации. Но после того, как состоялась государственная экологическая экспертиза, там было очень много замечаний, и в этих замечаниях было указано, что вывоз отходов с этого участка приведет к порче дорог, к порче атмосферного воздуха из-за того, что очень большое количество большегрузного транспорта будет ездить в сельское поселение Нестеровское, ну буквально как поезд. Вот, поэтому приняли решение осуществить работу без вывоза отходов. Эта практика применяется на сегодняшний день по всей Российской Федерации. После того, как будет установлен защитный экран, ливневые стоки будут отводиться, и газоотводная система будет установлена, минимизируется негативный вред для окружающей среды от этой свалки. Заключительной частью этого процесса станет биологический этап рекультивации, который включает систему земледелия и озеленения. В общем, все мероприятия направлены на восстановление процессов почвообразования. Нарадоваться будущим изменениям не могут и жители. Магомед Рыжев живет здесь более 40 лет. Родное село поистине его любимое место. Но полигон и его возгорания часто заставляли переживать. Ну, а я свал козье. Ухвал, бегал, уйочи, хамят, свал козье. Дохан, свалка, дохан, мусор, махамя, заразик, умалил, ухам. Вей мочь мир, вей кудир, вей цадир, вей цех, цанхал, хозик. Хуна мыл, ахам, а заяхка, цану, дикий. А вина абур, юмочадир, да, заяхка, златис, вей цех, цанхал, сбагир. Годовое количество отходов в России составляет 30 миллиардов тонн. 95% из этого числа разлагаются на полигонах твердых бытовых отходов. До этапа переработки из них доходит всего 5%. Региональные экологи ставят перед собой цель ликвидировать все свалки в республике. Специально для реализации этих целей был объявлен тендер. Наша компания выиграла конкурс на осуществление строительного контроля по ликвидации накопленного ущерба. Ликвидация этого мусоросвалки будет осуществлять подрядная организация, а мы уже непосредственно будем контролировать качество применяемых материалов, качество работ и соответствие проектному заданию. Приоритетными задачами национального проекта «Экология» является решение первостепенных проблем загрязнения природных ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного влияния на окружающую среду. Так что в скором времени одна из главных проблем местных жителей будет решена. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.